Белорусская резолюция о цифровой экономике включена в Берлинскую декларацию. Итоговый документ 27-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Ранее проект резолюции был поддержан подавляющим большинством делегатов. Как рассказал в интервью нашему телеканалу председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий, пришло время обратить внимание на новые экономические реалии, которые требуют перехода в цифровой формат. А чтобы преодолеть барьеры и сблизить страны на пути к цифровизации международных торговли, государствам ОБСЕ придется гармонизировать стандарты. Сегодня это очень актуальная тема, поскольку мир входит в новый этап своего развития, и сегодня многие страны пытаются совершить определенный прорыв в плане обеспечения собственной конкурентоспособности. И все понимают, что вот в рамках цифровой экономики, кто первый создаст лучшие условия для развития новых подходов в экономике, у тех будут преимущества. И поэтому действительно интерес к этой теме очень большой. И к нам действительно обращались и делегации с самых различных государств, потому что есть интерес к тому, что делается в Беларуси. Белорусская делегация приняла также участие во встрече группы поддержки шелкового пути Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она, к слову, была создана в прошлом году в ходе летней сессии ассамблеи, которую принимал Минск. На весну 2019-го запланировано проведение в белорусской столице международной конференции данной группы. Основной темой форума станет потенциал сотрудничества в регионе. При этом главный акцент будет сделан на возможностях Беларуси, как важного звена в контексте формирования экономического пояса шелкового пути.